Пострадавшего туриста эвакуировали при помощи вертолета камчатские спасатели. Как рассказали в МЧС, в 6 километрах от поселка Паужетка Усть-Большерецкого района участник одной из туристических групп сломал ногу. В связи с этим потребовалась его срочная эвакуация. На вертолете к месту происшествия вылетели сотрудники территориального центра медицины катастроф, а также спасатели поисково-спасательного отряда ЦОД. Прибыв в район происшествия, спасатели обнаружили, что из-за труднодоступной местности со сложным рельефом посадить вертолет невозможно. С помощью лебедки спасатели спустились к пострадавшему. Они оказали ему первую доврачебную помощь и подняли мужчину на борт, где его уже осмотрели медики. По прибытию в Петропавловск туриста госпитализировали в одно из лечебных учреждений города. По предварительной информации, у него диагностирован открытый перелом.